Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 26 июня 2019 года. Время на часах 10 часов 30 минут. Сзади меня вы видите вот знак. Знак, говорящий о том, что парковаться по этой стороне нельзя. И там еще есть сплошная линия, которая подчеркивает действие этого знака. Сейчас я вам покажу, что происходит дальше за этим знаком и вдоль этой сплошной линии. Еще раз подчеркиваю, здесь получается останавливаться и парковаться нельзя. Ну вот смотрите еще раз. Знак отчетливо. Видно, я буду идти по газону. Ну вот, вы увидели сами, сплошная линия не разрывается, то есть, нельзя здесь парковаться. Но что самое обидное и удивительное, на данный момент здесь, в здании горсовета, происходит сессия городского совета. То есть, все вот эти машины принадлежат людям, которые приехали так или иначе, прямо или косвенно, решать судьбы города. Они решают, но сами в то же время вот совершают вот такие правонарушения. Они могут нам рассказать о том, что негде парковаться и туда, и сюда. Много можно найти причин, но, ребята, вы же решаете наши судьбы. Судьбы города почти в 300 тысяч населения. Как можно решать такие вопросы, совершая самому вот такие мелкие правонарушения? Прошу заметить, вы видели, что здесь есть машины в наклейках самопомощи, Легиона Свободы. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Вот такая у нас власть, вот так у нас происходит наша жизнь. Всем хорошего настроения.